Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и мы в The Forest. Уху! Всем здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и сегодня мы снова в The Forest. И, друзья, я вам покажу, как установить чит-карту в The Forest на 2022 год. 2022. Ты понимаешь, мой друг, Новый год наступил, и пишите много комментариев под роликом. Спикер, не могу поставить, в чем проблема с модом, не запускается, не могу найти путь игры и т.д. т.п. Я читаю ваши комментарии, как видите, все лайкаю. Каждый комментарий, каждый негативный, позитивный комментарий я лайкаю и пишу ответы, если получается ответить на ваши вопросы. А сегодня, друзья, я объясню на 2022 год. Как установить этот мод, работает он или нет, мы сейчас узнаем. Мы смотрим в описании, листаем в самый низ и находим мод. Смотри, нажимаем, переходим на читы. У нас The Forest есть, у нас зеленый ад и другие плюшки. Нам нужна чит-карта, понимаешь, чит-карта и сами моды. Мы ставим две галочки, видишь, все делай как я. Спускаемся чуть ниже и нажимаем скачать. Окей, подтверждаем. Так, все, файл скачался. Мы перекидываем на рабочий стол. Видишь, мой друг, мы просто взяли и перекинули на рабочий стол. Теперь просто распаковываем. Извлечь. Пусть пускай будет рабочий стол, и извлекли. Все, на рабочем столе у нас есть папочка. А есть папочка, открываем ее. Открываем далее. И у нас есть запускной файл. Нажимаем его и смотрим, что будет дальше. Потому что сам это дело не проверял. Нужно будет указать путь. А давно не запускал The Forest. Нужно указать путь. У меня стоит игра на диске D. И тут есть Steam. У тебя может быть C, у тебя может быть E, D, G, 3X. Не знаю, какой диск и где стоит твоя игра. И находим The Forest. Вот, теперь exe-шный файл. Видишь, запускаем просто в The Forest. Он сразу иконочка загорается и нажимаем открыть. Потом нажимаем продолжить. И вуаля. Мод запускается. Мод запустился, все чудесно. И не забываем ставить галочки вот здесь. Сам мод и чит-карта. Теперь мы включаем просто вот здесь в углу. Нажимаем включить игру, и она автоматически будет запускаться. Видишь, все как очень просто, и пока что все работает. Давай-ка, мой друг, пока все это дело запускается, ты нажмешь лайкосик, подписончик и, конечно, пишешь комментарий прямо сейчас. Ну, а чуть позже мы проверим, как работает мод. Мы уже в игре, и давайте посмотрим. Неважно, что нажимать, одиночный или кооперативный режим, можно играть с друзьями по сети с этим модом. То есть именно чит-карта будет работать всегда. А мы просто нажимаем, пускай будет одиночная, новая игра. Это не важно абсолютно, какой уровень сложности. Нам главное проверить чит-карту, чтобы она работала. И, конечно же, моды сами, если хотите что-то построить, что-то развиваться быстренько и оперативно. Ну вот и мой друг написал уже комментарий, если понравился ролик. Конечно, пиши. Если будут проблемы, тоже пиши. Ну, а мод у нас работает, как видно. Мод все работает, все прекрасно на 2022 год. Все чудесно, нажимаем букву М, и карта у нас работает. Чит-карта без проблем, все работает. У нас есть абориген, у нас есть туземцы, мы находимся уже прямо здесь. Ну что, мой друг, вот такой у нас получился ролик. Пиши, конечно же, комментарий, что ты хочешь увидеть еще. И увидимся уже в новом году. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, друзья. Всем спасибо. И до новых встреч. Всем пока. Летим вперед.